Уборка улиц и тротуаров в Хостинском районе ведется регулярно. Соблюдать чистоту у своих павильонов и витрин стараются и местные предприниматели. Моют окна и прилегающую территорию. Благоустройство и санитарное состояние центральных улиц Хосты положительно оценил первый заместитель главы города Мукдин Чермит во время сегодняшнего обхода. Начался он у памятника героям войны по улице Октября. Чисто, красиво. Просто от мха надо очистить и вот эту зелень просто зелень убрать, уберем, побелим, чтобы побелим. Памятник был ухожен. Обновить краску, почистить зеленые уголки и освежить их новой травой. Все это должно быть сделано до 30 марта. В покраске также нуждаются лавочки и перила. На площади у кинотеатра «Луч» требуется замена тротуарной плитки. Переложить в ряде мест нужно и тактильную. Особое внимание Мукдин Чермит попросил уделить урнам. Они должны быть у входа во все общественные заведения, торговые павильоны и точки питания. Сроки ставят, конечно, жесткие. В основном это 30 марта, 10 апреля максимум. Нужно будет все привести в порядок. Мы, во-первых, курортный, во-вторых, олимпийский город. Да? Вот. А нужно держать марку на должном уровне, поэтому стараемся, стремимся к этому, да, и потихонечку идем. Для того, чтобы не было стыдно перед нашими гостями. Лоск должен быть наведен на всех улицах и регулярно поддерживаться. Такого правила придерживаются глава и жители Хостинского района. Уже в эту субботу большая уборка пройдет на улице Платановая у памятника Ленину. Там нужно спилить ветки, побелить конструкцию и освежить цветочные формы. А вот сквер у железнодорожного вокзала уже украсился новыми цветами. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.